Смотри, Ласка, жеребец вроде бы неплохой. Познакомься с ним. Герда, это просто смешно. Познакомиться с чемпионом? Да ты смеешься надо мной. У меня ничего не получится. Обычно такие кони убирают красивых кобыл, но не таких, как я. Привет. Как тебя зовут? Это ты мне? Конечно, тебе. Кому же еще? Меня зовут Ласка. Ласка? Красивое имя. Спасибо. А это комплимент? Ну, типа, да. Ну тогда у тебя ничего не выйдет. Ты не в моем вкусе. Не обращай внимания. Она сегодня из того копыта встала. Все в порядке. У каждого бывают такие дни. У нее каждый день такой. Когда понятно. Ласка, не хочешь прогуляться? Нет, не хочу. У меня нет на тебя времени. Ладно, когда увидимся завтра. Лучше бы не виделись. Но ты злая, Ласка. Нельзя так обращаться с гостем. Мне как-то по барабану. Спокойной ночи.